Новостей по летним пассажирским перевозкам на Забайкальской железной дороге достаточно. Например, поезд «Чита Адлер» изменен на «Чита Эмеретинский курорт». Он будет курсировать до 27 сентября, цепляя бархатный сезон. До 3 сентября можно будет отправиться в отпуск на поезде «Чита Анапа». Путешествие точно будет с комфортом, ведь поезда оснащены биотуалетами, кондиционерами, душевыми кабинами. В прошлом году на рельсы встали 52 новых пассажирских вагона. 10 отремонтируют, и в них появятся и розетки, и USB-зарядки. Поезд «Чита Москва» после обновления состава вагонами в 2020 году. Сегодня у нас еще также будет оборудован системой «Попутчик». Это мультимедийная платформа, подключение которой пассажир может смотреть фильмы, путеследование, музыку, читать электронные книги. Что же касается пригородного сообщения, то детям от 5 до 7 лет проезд будет бесплатным. Кроме того, будет закуплен новый поезд, и уже существует проект по его модернизации. Чтобы пенсионер смог попасть в вагон с низкой платформой, при открытии двери будет появляться дополнительная ступень. Но это только в будущем, а уже с июля на службу магистрали заступят новые вагоны с кондиционерами. Новые вагоны локомотивной тяги с кондиционерами, с биотуалетами, приспособленные для перевозки маломобильных групп населения, будут поставлены до конца года. То есть поставка уже началась. А часть вагонов будет поставлена в формате вагонов плацкартного типа, а часть вагонов будет поставлена в формате межобластных вагонов, будут оснащены креслами для сидения по типу самолетных кресел. Что же касается главных пассажиров летом, детей, то на их перевозки уже подано 1300 заявок. В прошлом году в лагере было отправлено 3500 отдыхающих. К слову, школьники во время летних каникул могут путешествовать на поезде с 50% скидкой. Валерия Афанасьева, Вера Садулина, Константин Васильев, РТК «Забайкалье».